Мы услышали очередь стрельбы, но не придали этому значения. И где-то уже в 6.10 мы услышали еще раз стрельбу. Потом в районе 6.15 забежали люди в кафе. Сотрудники Starbucks выключили свет, закрыли, получается, двери. Я видел, как около здания с моей стороны укрывались сотрудники полиции. Я видел человека в жилете. Возможно, сотрудник ДПС был, дорожно-патрульной службы. Он прятался за машинами, быстро передвигался за укрытиями.